Всем привет! Сегодня нам пришла тушь с Алиэкспресса. Черная, водостойкая, объемная. В такой вот она незамысловатой коробочке. Ну, сейчас посмотрим, что там нам пришло. Шла она на 3 месяца до нас. Ну, там, в принципе, написано, что 90 дней. Так, ничего больше нет. Немного помятая. Ну, в принципе, ждать от нашей Почты России ничего не это. Коробочку такую не подаришь уже, например, если. Так, имеется тушь. Ну, в принципе, там больше ничего и нет. Вот такая тушь. Походит как на сайте, на фотографии. 5 мл. Да, 5 мл, как и написано. Сейчас посмотрим. Должна быть черная. Ну, в принципе, черная. Гибкая кисточка. Такая, мелкие ворсинки. По характеристике написано, что эта тушь дает эффект накладных ресниц. Ну, посмотрим. Позже выложу фотографии, как она будет. В принципе, ну, полная, не сухая. Ну, всем, кому было интересно, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всем спасибо, до свидания.